До утра, на минуточку, Да. дать мне интервью Да, короткое. да. Вот я смотрю, что вы спикер. Да. Вы чего вы ждете от сегодняшнего вот ночи? Это, кажется, впервые такое мероприятие. Да. Во всяком случае. Ну, что я жду? Я хочу послушать коллег. Здесь есть несколько людей, которых всегда интересно послушать. Потом у меня есть вот тоже собственные какие-то соображения, о которых я постараюсь концентрированно как-то высказать на тему ужасов и реализмов. Ужасов искусства, ну, или конечно. Вообще каких-то ужасов? Нет, у меня будет ужас искусства и ужас-ужас. Как в этом анекдоте, помните? Да, ну, да, ужас, да, это еще не ужас. Да, это еще не ужас. Помню, как в анекдоте. Помню. Ну что же, успех, Анатолий Спасибо. Павлович. Интересно будет знать потом, какое будет ваше впечатление. Да, но мы все его узнаем, конечно. Угу. Хорошо, спасибо. Не за что.